Привет, это Андрюха Обыватель. Здравствуйте. И сегодня, как я в прошлом видео обещал, мы покажем те вещи, которые мы купили за последние несколько барахолок. Это большой такой промежуток времени, там еще до перерыва мы пару раз. Уже месяц, наверное. Может даже больше. Сначала картина, это Нотр-Дам. Нотр-Дам де Пари. Да, это кафедральный собор в Париже. И я его довольно давно нарисовал. Я еще тогда более в экспрессионистическом стиле работал. Ну ладно, папа, давай показывай первую вещь. Вот, начнем с этой. Так, это фарфор. Сахарница. Сахарница. Марочку. Марочка, говоришь? Марочка... КПМ. КПМ. Это известная фирма немецкая. Она где-то с 19 века. Ну, эта вещь может быть уже и начало 20-го, но старенькая. Угу. Может ей лет 180 лет. Позолота какая? 80 или 100. Позолота блестит или матовая? Блестит. Это уже начало 20-го века. Ну, пусть. Ну, вещь изящная, красивая. Мы за нее дорого не заплатили, да. Так что... В классическом стиле сделано. Не помнишь сколько? Да, так сильно не цитирую. Ну, может, фунта 2 где-то так, 2-3. Да, да. Ну, стоящая еще, в всяком случае, за такую цену. Фарфор же все-таки. Правда, тут еще одна есть такая фарфоровая вещь. Это фарфор? Да. Не керамика? Нет, фарфор. А, ну это вейд. Это животных вейда я всегда правда, узнаю. Вообще-то вейд мы не собираем. Но черепашка хорошая. Очень она хорошая. Это как коробочка, кстати, да. Какая-то, контейнер. Сюда можно там колечко положить. Ну, да. Вот у вейда такие выдавленные на печать. Вейд, порцелан, made in England. Это даже я где-то сейчас так тоже делаю. Может лет 30 этой вещи, не больше. Но красиво. А и что интересно, сочетание цветов такое, у них ограниченное. Какой-то коричневый и сероватый. Сероватый, да. Что ты за это скажешь? Лимож. Расписано руками. А-а-а. Обратите внимание, да. Только так. Никакого трансфер принта, никакого типографского принта. Именно... Made in France. Поэтому... Как она открывается, мне одной рукой тяжело. Я открою. Вот, пожалуйста. О, тогда она и внутри расписана, да? Ну, чуть-чуть так. Декор такой. Почистить. Это, говорю, что это старая вещь. Ей тоже где-то лет 100 уже есть. Изящная коробочка. Тут вот такая коробочка. Внутри она покрыта серебром и была и сверху покрыта серебром. Стерлась. Стерлась до предела. Это что? Это латунь, да? Брас. Латунь, брас. Она, правда, тут была расписана. Тут роспись была. Она, правда, была в очень плохом состоянии. Это не то слово плохое. Все постерто. Там была середина просто съедена полностью. Да, съедена. Ну, папа решил ее совсем очистить. Я лично считаю, может, он это зря сделал, но... Нет, не зря. Но вид у нее был на море обратно. Мы так купили, чтобы что-то купить, да. Да. Ну, это перламутр, во всяком случае. Перламутр, конечно. Неплохо. 2 фунта. А, так, вот эта вещь, я сейчас закрою, как очень нажимать просто, кнопочку. Нажимать на кнопочку. Так. Это не пудреница. Это пепельница. Пепельница, да. Это вот так вот в машине прикуриваешь, например, да, потом закончил, закрываешь и забираешь пепел с собой. Да, карманная пепельница. Карманная пепельница. Она покрыта золотом, но тут уже... Постиралась, тут кое-где есть. Снизу лучше. Снизу есть, сверху стерлась. Ну, такая интересная вещь. По-моему, тот, кто продавал, не знал даже, что это пепельница. Это коллекционная вещь. Она как у него в разной мишуре лежала. Потому что пепельницы собирают вообще. Такая, это редкая вещь. Так, это такой для коробка со спичками. Да, это в 30-е годы.
очень было популярно, чтобы коробочку закрывать. Угу. Вот, например, у меня есть старая. Да? Старая. Угу. Вот так. Она со ага. всех сторон. А это так, с одной стороны. Да, это односторонняя. Односторонняя. Красивый орнамент. Похоже, восточное что-то. Восток. Похоже, восток. И тоже брас, да? Позолоченный. Да, конечно. Коллекционный. Ладно, что-нибудь еще давай. Ну, вот такая вот. И что же это за дерево такое? Дерево, я не знаю. Какое хорошее какое-то дерево. Может быть, или груша, или... Яблоко. Нет, нет. Грушу вырезают еще. Есть еще какой-то там популярный. Ладно, вот... Прямо как шахматная фигура в руках. Это лежит. Такой контейнер, да, чтобы тоже какую-то мелочь. Что-то ложить туда. Довольно старенькое. Дерево хорошее такое. Да. Тоже есть, кстати. Кстати, я слышал... А, она... Что она заявила, эта женщина? Видишь, тут полосочка продолжается. Она была вырезана с одного куска дерева. Ага. Да. Видишь, она выточена, да? Интересно. Это плюс. Так. О! Фарфор? Фарфор. Германия. Угу. Средней квалификации. Ну да. Ну, вещь приятная. Такие печати лавочки. Никаких нет? Нет, печати нет. Угу. Может, Австрия даже тоже возможно. Ну, может быть. Именно вот тот регион. Германия, Австрия. Мы очень незадорого взяли. Это буквально по пару фунтов где-то, да? Или да. Сколько оно было? Печати никаких нет, но вещи симпатичные. Мы две за два фунта. Две за два фунта взяли? Две. Два фунта. Это класс. Такие вещи можно подбирать. Так это же уже украшение для дома такое. Конечно. Довольно очень. Ну, ладно. Так. Хрусталь. Хрусталь. Кристалл. Парочка хрустальных бокалов. Это резанные, да? Да. Если бы не резанные, ты не купил. Нет, конечно. Все руками резанное. Представляешь, сколько их покололи, пока вырезали. Да, вот это. Наверное, в эти отходы брака там у них куча стекла. Да. Так, вот смотри, проверяем. Не лазит. Значит, это старое. Знаете, вот эта вот ножка да. больше этой. Да, это конец 19, начало 20-го где-то. Угу. Ладно. А вот это вот это такая вот резка, вот эта uh-huh. крест-накрест, такая маленькая, ромбиками, uh-huh. называется клубничка. Uh-huh. У них такой есть. Так. Вот эта вещь интересная. Это у меня такие есть вещички. Ну, это лошади такие. Лошади. Китайские, что да? Что интересно, она больше размера. Uh-huh. Ну, это более старая, мне кажется, да? А это, знаешь, по-моему... они, по-моему, где-то одного времени. Ты думаешь? Да. Потому что я современный, я не покупаю. Не хочу. Ну, коняка хорошая, да, более крупная, чем... Очень красивая, очень те, что в нашей. Тоже. Ну, кони всегда красивые, наша да, лошадь. Да. Это, наверное, тоже одна из коней императора. Их там... Да, но это целый набор был, наверное. 9 или сколько штук у них. Или 7, или, не знаю. Да. Но у нас только одна. Mm-hmm. Бижутерия, брошки, еще одна, вот мы купили это за 5 фунтов, да. Очень хорошие брошечки, симпатичные, это божья коровка или да, что? Да, божья коровка, нарядные и в отличном состоянии. Это бывают брошки такие, у них там затертые, поломанные, гнутые. А это в отличном состоянии все три. И птичка вот такая вот. Да. Ну, они, скорее всего, попадут в розыгрыш. Угу. Это мы для розыгрыша взяли. Да. Вот это очень симпатично. Такая бабочка с хвостиком. Да, и камушки очень. Что хорошо, все камни на месте, так что. Все. Замочки да. работают на всех. Дальше. Угу. Так.
Это сейчас ты камеи будешь показывать. Камеи. Вот какая-то очень своеобразная. Давай все остальные сразу туда же. Еще три штуки. Своеобразные камеи. Какие-то странные и редкие. Значит, это я вообще не понимаю. Вообще не понял, что это такое. Значит, что интересно, вот это вот портрет сделанный. Он сделанный из стекла. Я уже проверил. Очень крепкая. Пожалуйста, нажми мне на экране на вот эту брошку, на которую я держу. Молодец. Угу. Вот. И интересная очень. И по цвету такая какая-то. Такая, как будто она как будто наклеенная на эту штуку. Да, наклеенная. Так что она не цельная, но это не тоже цельная. Ничего. Сзади это, скорее всего, пластик. Но сама она, вот это изображение, от этого профиля. Стекло. Стекло, да, интересно. Так, вот это что? Это викторианская камея, позолоченная. Вот она из браса сделана. Очень хорошая, тоже хорошей квалификации, ракушечка резаная. Вот это мне очень нравится. Позолоченный брас, да, и ракушка. А это что, вулканическое что-то? Нет. Это металл. А, металл? Да, это, скорее всего, бронза. Угу. И очень хорошее литье. Ну, оправы нету. Не сохранилось. Да нет, она сама как в оправе такой. Я не знаю. Нет, она должна была где-то в чем-то. Угу. Так, сзади есть крепеж? Ну, это тогда больше как есть. Крепеж есть. А, тогда нет, тогда оправа не нужна. Это больше как... Это больше как закол, просто брошка какая-то, чем камея. Камея все-таки резная должна быть. Да, но все-таки она... Нет, бывают и литые камеи. Но чтоб из металла, это редкий случай. Но я взял, мне понравилось. Так. Ага. Да. Это тигриный глаз. Это серебряные серьги. Да. Камушек — это тигриный глаз. Тайгер Ай. Да. Они очень хорошие на ушках. Вот. Тоже можно в розыгрыш пустить их. Ну? Да. Почем мы их взяли, не помню. По-моему, где-то 3 фунта, кажется. 3 фунта. Да. Неплохо. Вот еще такая вещичка серебряная. А, на ней, кстати, штамп 900... Пап, нажми, пожалуйста, на ней. Там 925 на них есть, не на этот видео. Есть, да. Так, вот эта вещь. Ты говоришь, что это мальтийский крест? Конечно, мальтийский крест. Вот такой он должен быть. А? Иногда я видел, что... Но он из филигри сделан. Филигри, совершенно верно. Серебром. Да. Цепочка тоненькая такая, изящная. Штампик и тоже на нем 925. Да. Маленький такой, как ярлычок там сделан. Угу. Вот это мальтийский крест, а другой он не считается мальтийским, просто крест, а вот это мальтийский. Ну, это медальончик. Да. Да. Ну вот, еще такая интересная вещичка. Это, я не знаю. Это наградная штука. Наградная, да, но тут написано что-то Сант'Анджело Спорт. Какое-то, не знаю, школьное что-то мероприятие, да, 1936 год, не знаю. Ну, мне нравятся спортивный значок вещи, какой-то. Которые для награды. Это... Так, что тут написано? А, Сильвер всего лишь. Не, ладно. Ну, показывай, что еще у тебя тут. Это коробочка что, от сигар? Да, коробка сигар. А сигары где? Сигары выкурил. Шутка. Так мы же не курим. Их не было. Я бы с удовольствием купил сигарами. Так, даже. Просто нюхать, да? Да. Курить не надо. Курят сигары великолепно. Говорят, лучше, чем разные там папиросы. Не, ну их не глубоко затягивают. Это уже люди знают. Тот, кто это курит, тот знает. Значит, очень красивая коробка. Очень изящная. Вот это дерево. Ну что там они написали сзади? Помнишь, ты читал? Там что-то написано. А, это что-то индиана. Волнат, орех. Орех. Вот это из ореха сделано, очень красивое. Чудесно. Здесь можно все что угодно складывать, ложить. Да. Может, этот деревянный контейнерик тоже с ореха? Какой? Того тот же. Да, может, даже орех. Угу.
Ну ладно, тут пару книжечек еще осталось. Да, тоже. Мы не брезгуем книгами. Это для графиков. Это правда, я вчера Тишопе в магазине благотворительности купил, да, я здесь. Угу. А не в, на барахолке. Но это как пособие, теория для художников комиксов и иллюстраторов. И это именно создавать дизайн персонажей, как делать для графических новелл. Но в основном тут теория, картинки. Но это художники такие независимые, это не те, которые работают на крупные компании. Да. Ну вот. Ну как. Чтобы персонажа получше придумать, чтобы более глубокий персонаж был. Не так просто. Что развивает, да. Да, что там, да. Фантазию, мышление. Это же еще... Нет, не то, что фантазия. Ну, как пособие. Да, в общем, как пособие, да. И вот эту книжечку. Скажи пару слов. Это... Франциско Гойя. Это тоже, по-моему... А, нет, это на Карбуте. Это да. Мы на барахолке взяли. Это Гойя. Тут его и гравюры, и картины. Капричес, Дезастрес, Ужасы войны, это в его серии. И живопись. Такая маленькая книжечка, хорошая, недорого взяли. Тоже. По-моему, там. За фунтик, да. Почему было не взять? Вот это, по-моему, собственно, и все. Можно чем похвастаться вот такими вещами. А, ну ладно. Ну вот. На этом, пожалуй, можно и закончить обзор. С вами был Андрюха Обыватель. Как всегда, подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. И ставьте лайк, если понравилось видео. И я буду очень обязан, если вы его репост сделаете в каких-нибудь соцсетях. Мне это очень сильно поможет. Ну, ладно. До встречи в следующий раз. До свидания.